Получи целых 35% к пополнению по промокоду FIRE11. Всем привет, дорогие друзья, 1800 у нас баланс, и хочу сегодня проверить одну тактику. Кстати, зимний, да, смотрите, зимняя операция. Начать операцию и лимит заданий, выполнить 5 заданий за день. А, вот, я нашел задание, то есть откройте любой кейс до 150, и можем выполнять спокойно эти задания, но сегодня я не хочу именно открывать задачи, я хочу именно придержаться тактики, но перед этим я накопил очень много бонусов, давайте откроем бонусные кейсы. Так, для начала 5 бонусных кейсов, бэмс, повезет или не повезет, решит все судьба. Ну, на самом деле, на бонусные кейсы глупо рассчитывать, поскольку, конечно, 200-300 это нормально. Ладно, 1500 неплохо, но я хочу открыть один дорогой бонус, давайте один. Откроем, так уж и быть. Но тут минимум сотка дроп. Но шансы есть. Ну, как бы мало, но суммарно, если посчитать, если бы я открыл за такой бы ценник, то, наверное, в принципе, 50 на 50. Возможно, так и было бы. Но бонусов мы достаточно много накопили. Это круто, это круто. Смотрите, баланс превратился в 6000. Это вообще идеально. Суть тактики у нас, ребятки, топить на один кейс до последнего, пока он не выдаст нормальный дроп. Так, для меня лично вот выбор будет КВИ. Вот просто один кейс, который мы будем топить до последнего. Если нам, вот нам уже квест засчитался, зимняя операция, используйте, ребятки. Ну, Нануар выпадает. А, нет, не Нануар, Фудзияма. Ну, будем открывать до последнего, что пытаться. И даже если у нас будет плохой дроп, то мы будем дедепывать, снова пытаться открывать. Мы не будем уходить на другие кейсы. И говорят, если топить, то рано или поздно что-то выпадет. Но будем смотреть все по обстоятельствам. Пока я вижу, что ничего особенного не выпадает. Если бы Денуар, я бы еще промолчал, но Bloodsport это мало. Надо что-то ценное реально выбить. Очень ценное. Уф, пожалуйста, не подведи, друг. Не подведи. Главное, чтобы он не подстебал нас, а выдал действительно хороший дроп. Тут что у нас? Нануар это еще копейки. Вот кровавый тигр или распространение было бы вообще неплохо. Ну, мы уже на шаге от того, чтобы додепнуть. Очень сложный выпуск в плане технически. То есть реализовать можно, но я не знаю. Если баланс закончится, это будет печально. Тогда назову неудачный выпуск. Типа неудачная тактика, проверка. Ладно. Ну, главное не отчаиваться и до последнего верить. Ну, неоновый гонщик, докати, ну что ж ты делаешь? Просто не может докатить. А сколько стоит неоновый гонщик? 2800. Ну, от заносика отказались. Кстати, уже холодно, я не знаю. Говорят, при холоде, ребятки, стресс еще сильнее активизируется. Допустим, если вы играете в CS в холоде, то вы будете трястись, у вас стресс максимальный. Ну и поэтому старайтесь тепло поддерживать, обогреватель покупайте, если прям сильно холодно. Но на прошлой квартире вообще было невозможно. А в это еще так, как будто я летом, не знаю, в подвал зашел после жары. Типа такого. Ну, Нануар, мало. Пока что я не вижу, чтобы он как-то поддерживал нас. Он нас в ноль слил. Придется ДД. Ну... Вот какой тильт я сейчас могу словить, когда вижу вот такой вот дроп? Так, ребятки, я ДДпнул, и я готов снова открывать. На этот раз давайте 5 штук сразу откроем. Я уже не могу выдерживать морально, что просто топлю. И ни одного нормального дропа, вот как сейчас. Ну, почему бы не дать перчатки? Да, конечно, ну, неоновый гонщик топ, но можно было бы и дать перчатки, чтобы душа была спокойна. Ну, спасибо, спасибо. Конечно, всегда ты так поступаешь. Ну, ясно. Ясненько, спасибо. Ну, кстати, мы квест выполнили, потом заберем. Не знаю, зимние пропуски всегда имбаланс на сайте MyCSGO. Всегда, ну, окупаюсь с них, еще и кейсы приятный подгон делают. Как на Хэллоуине. Вот на Хэллоуине очень плодотворный был сезон. Ай, неужели мне опять придется все продать?
просто все продать, чтобы еще раз задепать на этот кейсковый. Я не могу поверить, что не может... Ну, хотя Hellfire выдал, но это копейки. 1000, да? Нет, 4000. Пожалуйста, ну выдай ты мне уже скин, который стоит, ну, дороже, я не знаю. Вот как Щелковый Тигр, Пантера, вот что-нибудь. Но Кровь в воде, это еще уважаемо. Это нам дает шанс по 5 крутить. Надеюсь, ничего не остановится. Я не понимаю, как работают шансы. В зависимости от цен, наверное. Но опять окупились. Но нам не хватает до 10 штук. Вот этот бы скин выбить, это сказка. Пока вообще никак. Да. И я не знаю, я вот вспоминаю последние дни, да, про холод как раз-таки. Когда я играю в КС, и мне тепло, я идеальные результаты выдаю. Как минимум, у меня нет волнения, тряски, я спокойно вот так в тепле, в уюте чувствую себя как дома. А когда холодно, я не могу нормально концентрироваться на игре. Поэтому имейте в виду, что холод может заруинить. И проветривать окно нужно всегда. Ясно. Ну, изумрудный дракон, кстати, за нас. Спасибо. По-моему, кейс начал отдавать. То есть он сначала все схавал, скушал, говорит, все, фиг тебе выдам. И начал потихонечку возвращать кэшбэка. Вот смотрите просто, что происходит. Ну вот, типа, это дефолт, например, того, как кейс нас жестко подстебал и начал кэшбэкать. И я сейчас так говорю и в ноль все солю. Вот. Забавно, если я сейчас все солю реально. Когда так начал выпендриваться. Ну, давайте фастом откроем пару штук. Ясно. Ну, разгон был неплохой. Но пока баланс неудовлетворительный. Надо хотя бы 20 тысяч. Один хороший скин, и можно оставить. Ну, ладно. Я, знаете, как поступлю? Я оставлю бах. Потому что этот скин нормальный. Ликвид. Еще открою 10. Ну, ладно. 5. Ну, в принципе, неплохо, ладно. Я надеялся, что куда лучше результат будет. И вот это вот тоже оставим, пофиг, пусть будут. Всем спасибо, всем пока.